re-up, bartender. Re-up, 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 re-up. Put more liquor in the cup. Refill. Re-up, re-up. Всем привет! Меня зовут Лена Абагадем. Я преподаю бартендинг в Санкт-Петербурге. Это наше первое обучающее видео, поэтому сегодня я расскажу вам о самых базовых моментах бути дэнс. Самое главное в бути дэнс, девочки, расслабьтесь. Тряски производят в первую очередь именно расслабленными мышцами. Для этого мы можем сделать так. Берем в руки наши мышцы и растрясываем их. Расслабляем. Спереди, сзади это достаточно забавно выглядит, но поверьте, оно помогает. Вот, низ мы расслабили. Вверх у нас напротив должен быть зафиксирован. Для того, чтобы его отделить от низа, мы выпрямляем спину, напрягаем ее, лопатки сводим по максимуму. Руки наши должны болтаться. Фиксируем их около своего корпуса. Итак, наша поза, прямая спина, руки зафиксированы. Кстати, на первое время вам лучше всего заниматься в шортах, поскольку вы должны видеть и чувствовать свои движения. Итак, приступим к основному. Самая растрясочная техника, которую я даю на первых занятиях своих спецкурсов, это пробежка. Для этого мы встаем на мягенькие ножки, коленки немножко согнуты, попа отведена назад. Все расслаблено, естественно. Корпус зафиксирован, и мы начинаем мелко-мелко перебирать ногами. Следующая техника. Поднимаем ногу наверх. Нога прямая, колено зафиксировано. Нога будет строго вертикально. Вверх-вниз. Тем самым поднимаем попу. Можно делать зафиксированные точки. Можно делать вверх-вниз. И затем. Идем дальше. Твист бедра. Ножки у нас остаются прямые. Попа прямая. Причем настолько, что колени мы напрягаем. Ни в коем случае их не сгибаем. Заворачиваем под щиколотки ноги внутрь-наружу. Внутрь-наружу. Получается некий твист бедрами. Ускоряем их движение. Растрясываем наши мышцы. Me want your dress come up, start the whining. Got me want you hold me like a glue. Далее из таза. Заворачиваем наши бедра строго вперед, вокруг собственной оси. Никаких движений в бок, никаких восьмерок. Работаем только в горизонтальной плоскости. Заворачиваем косточку поочередно. Одну, другую. Вперед, вперед, вперед. Делаем резкие движения, вверх клетка у нас зафиксирована, двигается верхний таз, колени прямые. Ускоряем движение, делаем шею. Также стоит помнить, что помимо всевозможных трясок, шейков и точек, у тебя также используются плавные движения бедрами, например, списывание восьмерок, горизонтальные, вертикальные плоскости. Возможно, подвижность, вайны, когда мы крутим только низом. Помните, что верх у нас зафиксирован. Итак, мы познакомились с вами с самыми базовыми плясками на прямых ногах. В следующем выпуске я расскажу вам о нашем главном положении. Это плие. Итак, отрабатывайте кройзене и приходите ко мне на занятия в С17. Give me, 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 give me